Фильм назвали «Мозг», потому что все действие происходит внутри мозга. А вот почему вот, вот эти вот рамки мозга в течение фильма меняли цвет? По сути, мозг же вообще серого цвета. Когда начинается какая-то болезнь, там типа рак или еще что-то, то он меняет свой цвет. Вот, по сути, мы вот как такой образ сделали, ну как бы раковые опухоли мозга. Наполовину фильм состоит из того, что действительно люди говорят, это ну как бы их реплики. Вторая половина, ну как бы шизофрения, которую мы туда вводили, ну шизофазические вот всякие монологи о разведчиках и так далее, они ну были нами сочинены. Что-то про Путина никто ничего не говорил. Но там, где заговор, ну по сути это ну посвящено конкретно Владимиру Владимировичу Путину. Фильм представляет взгляд не гуманистический, а как бы надгуманистический на человечество. И вот, собственно, началом этим мы этот гуманистический дискурс убиваем. То есть, ну так вот, если в двух словах меня спросят, о чем фильм, то я скажу просто, что есть коллективное бессознательное, есть там великие писатели, такие как Анатоль Франс, Блок, которые это коллективное бессознательное вычищают фактом своего, актом своего творчества. Фильм же очень московский, там ну, как бы очень много Москвы, да. Я премьера, вот видите, состоялась в Киеве. Я очень благодарен Гоголь-фесту, что это действительно лучший фестиваль, и я счастлив, что премьера, первый показ случился именно здесь, и такого хорошего зала я не ожидал. Думал, что все уйдут, а все остались и даже немножко хлопали. Спасибо. Следующая юрта там в 50 километрах по степи или в горах. Ну и как ты в таком случае найдешь свою любимую? Ну, конечно, для этого тебе нужна лошадь. Поэтому большинство песен на лошадях, тувинских, естественно, они же песни о любви. Это
настоящие суперпрофессиональные и замечательные звуки. Поэтому мне это нравится. Он, в принципе, не имеет значения, что творится. Сейчас я хотел бы представить, Радик Тюлюш споет наш один из замечательных, красивейших стилей, который называется «Сыгыт». Это когда мужчина поет о любимой. Я люблю горловое пение, и очень интересно было посмотреть на это все. Действительно увидеть, как вживую живые тубинцы поют, и это было прекрасно. На самом деле, многие закрывали глаза, и я тоже пробовал, закрывал, и входили в такое состояние измененного сознания, транса. Особливість цього гурту, взагалі Гогольфест, подякувати дуже йому за те, що ми маємо нагоду бачити людей живих, да, живі легенди своїх регіонів, які не знають, що таке може Даха Браха, але вони точно вже не знають, що таке Баста Раймс або ще там хтось. Тобто в них немає телевізора, мабуть, там в них є тільки там паства своя, да, ну тобто там стада, яких вони випасають. Але до цього хотілося б віднести ще, що люди, які, ну, тобто, не дивляться, да, мас-медіа, комунікації ці всі, вони нормально собі тотемно існують, вони продовжують рід, вони не втрачають традиції свої. А що роблять з нами, як з третіми странами, тобто, невідомо. Дает, творит и хочет, чтобы люди познавали все.
досконале, з одного боку, а з іншого боку, що це жесті. Тобто я спочила воно, якби, в одному місці не написати, а з іншого боку, якби, перед тим, як помираючи, не знаю. Ці були неймовірні, тому я вже сказала, що... Древние архаїчне пені, яке тут вообще существует на землі. Вот. А Хлебников тоже он вообще вот просто шел к архаическим вещам, и вот эта вещь, дети выдра, это фольклор орочий, который считается самым древним фольклором тоже. И поэтому вот сочетание этого самого древнего фольклора с самым вот древним пением мне, то есть, кажется самым естественным, что может быть.